Вот один идет. Мия, у нас для тебя есть сюрприз. Какой? Ну, поехали, узнаем. Привет, привет. Куда он пошел? К маме с папой и сестре. Вон еще идут. Смотри, вон еще пришли. Ароматы, конечно, нас встретили от Хрюши. Какими? Великолепный, пахнет и лесом, и так ребенок убежал. Увидела страусов. Пошли смотреть страусов. Страусов, да, пошли смотреть, конечно. Вот какая красота идет. Ой, вот красота. Какой. Вот какой он идет. Он, наверное, за едой уже пришел. Что он говорит? Он ходит и говорит: меня дай еды, меня дай еды. Может быть, может быть. Пойдем за билетами. Пошли за едой. Пойдем. Ну какой? Жип. Ну как он нас преследует? Преследует, думаешь? Прям смотри, сколько березок, территория большая. Мама, давай рассмотрим, а я ты еще. Пошли смотреть, пойдем. Какая-то большая. Смотри, я не вижу, чтобы тут кто-то жил. Непонятно. А пока Мия ищет, я расскажу про билеты. 200 рублей вход с человека. И дети до 6 лет бесплатно. Вот такой нам дали пакет. Пойдем, воняй. Пошли. Пошли искать животных. Мия, смотри, какие там маленькие щеночки. Видишь, там крыльчата? Да. Ой, какой малышек. Смотри, серенький мне. Будем кормить? Хорошенький? Давай, бери. Бери, давай. Он уже ест, смотри. Может, вдруг морковку захочет? Вон еще голодный. Он отвернулся, ест морковку. Ой, суетолог. Какая-то... Суетолог мне. Может, он кушать хочет? Что-то волнуется. А тут лисичка. Лисичка. А Мия с Ильюшки дальше. Так, пошли смотреть еще кого-то. Козы. Козы голодные. Тоже хочешь аккуратно так. Сильно. Смотри, убирает его. Вот дам тебе. Ой, молодец. Капуста. О, класс. Да. Голодный. На. Да, еще и голодный. Ну, голодные они, ага, вообще. Грога, смотри, не дают мне. О, какой ты мощный. Обалдеть. Так. О, вот и съел, молодец. Мия уже нашла подружку. Запрещено, и заходим. Я сразу руку отпустила от всех, потому что нашлась подружка. Мама, а оленей легко кормить? Я думаю, легко. Мы не пробовали, давай попробуем. Я на кончике держу. Молодец. Хороший. Я тоже помню. Коротый. Урвал, съела? Вы морковку залюбили? Так, мои друзья. Ослики. Мия, смотри, ослики. Далеко он упрямо стоит. Точно, все. Не поняла, сразу увидела, и кто это? Я не поняла. Тоже не поняла. Верблюд. Бородатый верблюд. Ага. Мама, пойдем бородатого кормить. Пойдем. Мама, ну пошли, пошли. Он лежит.
Еще выше можно сходить. Смотри, там и горка, и еще олени. А это кто такие? Кто знает? Это быки или яки? Вы кто? Как вас зовут, друзья, товарищи? Рогатые вы? Это голова, а там забыл. Ослик ругается. Да. Осел лежал, лежал и пошел. Покричал, там, наверное, какой-то конфликт у них идет. Пойдем тех покормим. Смотри, они по полянке как идут. А вот эти дружочки, их вот они разбегаются. Не идут кормиться. Во горка. Во мне горка прогнать на такое. Обалдеть, да? Как вот назвали ее эту поляну? Кашечная поляна. Заколдовали ее? Они сидят, они да? У всех свои заклинания. Вы хотите, чтобы они ожили? А еноты спят. Спят? Один зевает. Один зевает. Оп. А, они не хотят? Эти олени не хотят кушать, они убегают. Да. Да? Не пойдем их кормить тогда, они сами убегают, близко не подходят к людям. Вот один идет. Вот. Будем пробовать? Давай. Он я его погладил Дружба – это чудо. Что это, Мия? Сено заклятие. Ну да, Пшенька, говорится, интересно ходить мягко. Кто это? Курицы. Пошли кормить. Только нечего у нас кормить, только посмотреть. Да тут не просто курица, тут павлин. Может, он даже и покажет свой хвост перед нами, как думаешь? Покажет? Свой хвост красивый. Еще. Они смотри, вот девушки да, едят. А это, может, мне напишут, что это за птица? Может, это тетерев? Нет, не похож. Иду, иду. Ой, какие чудесные ребята. Маленькие. Смотрите, капусочка. И все курят. Целых птиц хотят съесть. Оп, успел мне, да? Какой маленький. Мишка. А два кролика едят мою капусту и твою. Я их успела. Какой маленький. Мишка вообще. Кушай. Тут лежит заяц, а вот тут вот кролики. Разница. Заяц. Кролик. И даже меня не ухватил. Здорово. Ой, какой зайка. Кролик, точнее. С собой капусту возьмешь? Да. Отдала бы кабана? Не, не буду. А у нас самое прекрасное перекус. Опа, настроение как? Выходные будем в педагоге. Опа. Каждые выходные?